Подожди. Леонид Маргулин. Добрый вечер. Хорошо, что мы баян не взяли. Но он вообще запутывается, куда идти. Хотя все равно можно на одном инструменте играть. Так просто, чтобы показать. Я хочу вспомнить еще одну песню. Она как-то набирает, знаете, вот эти гаджеты, да? Телевизор вот этот. И а песня написала давно. Год не написано. Анекдот такой. Значит, сидит отец на кухне, в компьютере сидит. И сыночек такой заходит на кухню, на косяк оперся. И он, не отвлекаясь, отец говорит: «Ну и где мы были?» И сын говорит: «В армии, папа».